Поросенок дикого кабана – отличный выбор. Но этот малыш слишком шустрый. Кабан – опасный противник, даже если ему от роду не больше года. Но игру не на жизнь, а на смерть уже не остановить, и волчица не сдается. Молодой кабан готов защищаться, что есть сил. Он может тяжело ранить. Тогда жизнь волчицы и ее щенков окажется под угрозой. Но награда стоит того, чтобы пойти до конца. Кабан ищет укрытие в зарослях, и это его ошибка. Он загнал себя в угол.